Путешествовать по земному шару возможно даже с самыми тяжелыми заболеваниями. В палатах паллиативного отделения детской городской клинической больницы можно посетить Африку, Антарктику, Евразию, Австралию и заглянуть в оба американских материка. Такой веселый интерьер выбирали врачи совместно со студентами колледжа культуры и искусства. Этот дизайн придумывали специально для этого отделения. Хорошее настроение способствует выздоровлению. Здесь оказывается помощь, по сути, симптоматическая для тяжелобольных детей, коррекция противосудорожной терапии, обезболивающей терапии, коррекция питания и прочее. Паллиативное отделение рассчитано на 10 коек. В принципе, оно уже осуществляет свою работу, но на мощности отделения неврологии, отделения педиатрии. Соответственно, после завершения всех работ по художественной росписи пациенты будут приняты в этом отделении. Кроме обновленного интерьера появится и современное оборудование. Аппараты ИВЛ, откашливатели, аспираторы, ингаляторы, помпы для энтерального питания и многое другое. Для работы с лежачими в больнице есть переносные аппараты УЗИ. Его технические способности лишь немного уступают стационарному коллеге. Но значительное преимущество – это возможность к быстрой и простой транспортировке. Приготовить аппарат к работе в любом месте можно всего за 7 минут. Это аппарат экспертного класса. Мы смотрим, то есть это переносной аппарат. Мы смотрим тяжелых больных в реанимации. Также выездная у нас служба есть к тяжелым больным. Работаем мы на нем уже 2 года. С 2021 года в детской городской клинической больнице проходит капитальный ремонт. Обновленные светлые палаты теперь в кардиологическом и педиатрическом отделениях. Также была заменена вентиляция. Все работы по обновлению медучреждения выполняют цели нацпроекта здравоохранения. Светлана Карпухина, Даниил Сурков, Улправда ТВ.